Меня зовут Галия Кажмагамбетова. Я гражданка Республики Австрия. Казахстан – моя родина. Я обращаюсь к правительствам и гражданам стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии и других демократических стран, ко всем международным организациям по правам человека, к международному сообществу с просьбой отреагировать на оккупацию Казахстана военными силами Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Мирные протесты в Казахстане вызваны внутренними политическими и экономическими проблемами в стране. Президент Токаев отдал приказ стрелять в мирных людей без предупреждения. Казахстанское правительство отключило интернет по всей стране. Остановите насилие и расстрел жителей Казахстана. Уважаемые граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и всех стран-участниц ОДКБ, выступайте против решения ввода войск в Казахстан. Я требую вывода военных групп ОДКБ из Республики Казахстан. Я против оккупации моей родины. 9 января 2022 года.